Мы обязаны его сдержать. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Здравствуйте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Thank you.
опасный ужин в демоническом присутствии. Начинается блокировка. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались этим миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но, уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска.